Напавшего на корреспондентку Аль-Джазиры у Вагнер-центра в Петербурге задержали по уголовному делу о побоях. Он успел доехать до Петрозаводска. По словам Игоря Бердова, он не помнит, почему ударил женщину. 24 значит, числа этого месяца на улице Зольной, крещение с Дальневосточным, девушку. Ну а в связи с чем вы ее ударили? Был в сильном алкогольном опьянении. Вы часто так девушек видите? Нет, первый раз. Ну а что вообще спровоцировало вас? Не могу сказать. Понятно. Плохо помню эту ситуацию. Раскаиваюсь полностью. Приношу извинения потерпевшим. 36-летнего сотрудника компании, торгующей овощами и фруктами, разыскивали за нападение на журналистку телеканала «Аль-Джазира» Ранию Дриди. Она вела прямое включение на арабском языке поздно вечером с места стихийного мемориала у здания, куда приносили цветы после крушения самолета с Евгением Пригожиным и его подчиненными. Человек, которого журналистка из Москвы позже описала как пьяный бездомный, влез в кадр и требовал не говорить на этом языке, который, судя по его словам, принял за немецкий. Динам! الذين don't speak أعتقد أن هناك مضايقة للزميلة رانيا الموجودة في سان بطرسبرغ. Бердов пытался испортить оборудование, а затем ударил журналистку по голове и скрылся. Ранее Дриди обратилась к медикам, которые зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области. По данным СМИ, Бердов уже сидел за мошенничество.